дом только для нее. Это история о очень важном времени в жизни ребенка, когда у него только просыпается какая-то тяга к самостоятельности, и, конечно, в первую очередь она начинает выражаться в некотором собственничестве, в некотором желании иметь что-то свое, ну и, конечно, свой уголок тоже. И вот так однажды утром девочка по имени Одри заявляет своему папе: «Все, я выросла, мне срочно нужен домик побольше». А папа совершенно спокойно на это реагирует и предлагает ей разные варианты. Но собачья будка, гараж или сарай оказываются не самыми подходящими, и девочка отвергает все эти предложения и просит ей построить домик на дереве. Ну, я думаю, что многие из нас мечтали о таком, у некоторых он даже был, и вы понимаете, что у такого домика масса преимуществ. Кроме того, папа выполняет абсолютно все пожелания Одри, и в этом домике есть синяя кровать, тумбочка, в которой можно прятать грязные чашки, и специальная ванна для ныряния. И, кстати, отличная лестница с перилами, по которым можно скатываться. Вот. И когда домик закончен со всеми пожеланиями заказчика, наступает вечер, и тут Одри понимает, что, наверное, ей будет не так там хорошо и комфортно, и она начинает много капризничать и спрашивать у папы: а вдруг меня сдует ветер, а вдруг птицы разбудят меня рано утром, а вдруг меня смоет дождь? На что папа ей в конце концов отвечает, что ну, ты всегда знаешь, что есть дом, вот там другой, большой, в котором тебя ждет тарелка супа, теплая кровать и любящие объятия.